Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Strike Force от Marvel. Так, получить. Люди из друзей. Получаем. Так, и ИСа 8 тоже получаем. Ну что, друзья, я хочу открыть своих персонажей, которые у меня не открыты. Поехали. Так, ух, ё-моё. Ну что, Магнетто, вербуем. 100 тысяч он просит. Ай, красота, друзья мои, просто красотища. Давно я его хотел получить. Так, подожди, зачем мне найти? Мне не надо находить. Мы его открыли, потом начнем прокачивать. Дальше идет Немор. А кто такой Немор? Злодей мир, мутанты, буяны. Вербуем, но он дешево стоит. Тот 100 тысяч, а этот всего лишь 1000. Немор, и сразу получает две звезды. Трезубец Нептуна и приливная волна у него открывается. Меня это вполне устраивает. Дальше, Паук Панк. Тоже, ребята, стоит всего лишь 1000. Выглядит прикольно. Паук Панк. Нормально, я тебе скажу. Гитарное соло, безумный танец. И последний персонаж. Это у нас Китти Прайд. С драконом. Подожди, а что у меня с графикой, друзья? Почему именно этот персонаж такой пиксельный? Ну-ка, дай-ка я гляну. Так, в настройках. Музыка включена, это все. Слушай, я не знаю. Тут все вроде бы норм. А вот именно сам персонаж какой-то. Не знаю, почему он так выглядит. Тут вроде бы норм смотрится, а вот именно издалека какая-то пиксельная. Так, мы ее можем сразу на новый ранг перевести. Опа. Нормально. Ну что же, 4 персонажа, я считаю, друзья, это очень даже неплохо. Сколько же. Давай посмотрим. Тут новых персонажей просто тьма тьмы. Оу, мы можем новый ранг перевести. Киллмонджер. Нормально. Это уже, ребят, хорошо. Так, что у нас тут еще? Трэш. Это все у нас было. Так, Магнетто, но это из свежаков. Да. Подожди, Пустельга. Я что-то не помню, чтобы я... А, ну все, вспомнил. Пустельгу я вспомнил. Ты просто посмотри, сколько тут еще персонажей, которых не открыто. Да фигище просто, ребят. Да. И вот их всех прокачивать. Да как это вообще возможно, чтобы ты всех персонажей прокачал? Я не знаю. Это сколько нужно сюда вкладываться. Так, что у нас тут? Давай, наверное... Нет, надо не то сделать было. Все сообщения сразу прочитаем. Опа. Нормально. Так, здесь тоже у нас готовы две сферы. Открываем. Ничего пока хорошего. Ничего тоже, ребята, здесь хорошего. Закрываем. По припасам. Ну, давай смотреть, что у нас есть. Получить. Открыть. Что нам выпадет здесь? Сразу же на человека паука-панка. Давай откроем. Подтвердить. Получено сфер. О-о-о. Замечательно. Так, что-то у нас тут еще есть. Сейчас будем смотреть. Какие... Опа. А, ну это золотые сферы. Ну давай, наверное, открывать. Надо было все сразу открывать их. Открыть все 9. Миллион, ну почти 2 миллиона я заработал. Это мало. Это, друзья, очень-очень-очень мало.
Так, и здесь сфера тренировки. Тоже фигня. Слабовато. Припасы. Так, это у нас... Мы обмениваем на 18 карточек. И получается, что все. Ну, тут только что еще есть. Это Иса. Сферы исовские. Давай открывать. Все 4 сразу же откроем. Как-то так. События. Что за события у нас тут? Союз держав. Так, требования выполнены. Но мне кажется, что вряд ли я здесь смогу. О, мне почему-то так кажется. Мы уже брали вроде бы. Почему не так убого выглядит? Я не понимаю. Такое ощущение, что как будто низкое какое-то расширение включено. Ты понимаешь, в чем дело? Я, кажется, понял, в чем, друзья мои, дело. Но у меня расширение в 2К, а здесь, походу, идет Full HD. Вот, наверное, из-за чего. Ладно, сейчас перезайду. Так, ну что, ребята, я вроде перезашел ежедневные цели. Вскрытие сфер. Так, забрали. Теперь давай посмотрим в событиях. Союз держав. Требования выполнены. Ну, давай посмотрим. Это же Гром, насколько я помню. Блэкагар Болтагон, правитель нелюдей и могучий Тор приветствует тебя. Вижу, его словарный запас лишь на самую малость меньше твоего, братец. Голос Черного Грома способен сравнять с землей горы, Локи. Будешь язвить, и, возможно, у него найдется для тебя пару слов. Не беспокойся, друг. Мы сдержим атаку на город и освободим твой народ от угрозы Ультимуса. То есть... Это все, что у меня доступно, да? Вот таким отрядом я должен противостоять. Давай попробую. 30 карточек на Гром. Я думаю, лишним не будет. Тем более, его есть еще и прокачивать. Единственное, что загрузка долго идет. Короче, наносит персонажу урон в начале каждого его хода. Итак, Фьюри прислал своих асгардцев. Избавьте себя от лишних хлопот, отдайте мне Черного Грома. Танос, Черный Гром, не прячься. Не прячется, король нелюдей говорит сам за себя. Да, он, по-моему, нифига не говорит. Ну что, попробуем, друзья, посмотрим. А, недостаточно энергии, а это что у нас? По-моему, для Таноса это по барабану сейчас было. Так, наверное, немножечко ускоримся. Блин, тут еще и этот охламон. Накладывает ослабление защиты на основную цель на один ход. Во время оборонной войны основная цель получает провокацию. Если в игру есть как минимум 4 союзника детей Асгарда. Ну, понятное дело. Че, не попали, блин. Ты сразу вырубил там, что ли? Хорошо, что у нас есть лечение. Хорош. Нам, по идее, не Таноса бы бомбить, а вон тут он... А, у него Таноса провокация теперь стоит. Че, вообще, что ли, его никак не пробить? Что-то... Пипец, мы с тобой. Усиливает команду. Блин, пока не пробьешь Таноса, ничего не получится. Вот в чем беда. Ну...
Хороший удар у Грома, кстати, сейчас был. Замечательно, Таноса сдуло. Так, это следующее, это последний. Да и он хилять сейчас будет, понятное дело. Давай, асгардцы. Досталось ему там. Есть. По идее, нам надо Гамору. Хотя этот может хильнуть. Точнее, у него, по-моему, есть возможность оживить. Есть. Ну что, коряга, вот мы с тобой и разобрались. Милорд Танос и его войска отступают. Да, они отходят, но это не отступление, им просто нужно было время. Похоже, это действительно так. Вижу, наши враги готовят огромное устройство в центре города. Ложное отступление, а теперь устройство? О, все это неспроста. Можете мне поверить. Нужно отвоевать город. Постойте, что это за шум? Земля трясется во имя Одина. Аттилан. Его нет. Похитили что-то, да? При отступлении. Ну что, в принципе, мы справились. И значит, я получаю награду. А награду получаю 30 карточек на Грома. Хе-хе-хе, зомби. Это же этот железный человек у нас. Так, откроется после черного грома категория 3. Пока у меня нету, ребят, такой возможности здесь выступить. В погоне за Фьюри. Категория 4. Да, тут надо прокачивать, прокачивать, еще раз прокачивать. А что у нас тут? Кто-то готов улучшить? Ага. Новый ранг Локи получает. Ох, ё, красиво. Тренинг. Тренинг я пока не хочу, ребята, его тренировать. Этапы. Спасибо. Это я заберу. Это мне... пригодится. Так, пропуск. Это я на автомате забираю. Участвовать в 3 миссиях. Так, выполнить 10 миссий кампании, пройти 2 испытания, участвовать, купить припасы. Пойдем посмотрим. Прекрасно было бы купить. Ну что, купил припасы. Получаем награды за это. Так, выполнить 10 миссий. Пройти 2 испытания. Ну тут автопобеда. Так, здесь тоже автобой. И тут такой же. Ага. Тут такой же не получается. Участвовать в 2 налетах, сразиться в 2 рейдах, сделать вклад. Вклад 10 тысяч. Угу. Так, забираем награды. А дальше. Участвовать в рейдах. Так, трать энергию компании. Трать энергию. Сразиться в 2 боях в рейдах. Это не обязательно. Выполнить все. Участвовать в 2 налетах.
Странник между измерениями. Осколки паука-призрака. Локи мне, конечно, не очень нравится. Но давай попробуем. Локи все карты может спутать нам. Так. Провокацию бери. А, у него тоже Дэдпул. У него, ребят, тоже. Так. Плохо. А у меня нету. Это кто там? Вот, вот это вот бесява, блин. Он еще и провокацию на него повесил, блин. Так, Минерва, тебе надо поаккуратнее быть. Давай сделаем так. Шикарно. Отсеяли сразу же половину. Ну что, Капитан Америку, наверное, добьем. А так, есть. Ну что, Локи, вот ты и попался. А ты думаешь, я тебя не увижу там? Спряталась. Добиваем, наверное. Прекрасно. Выкрутились. Так, нам нужно два поединка, насколько я помню, выиграть. Один уже сделали. Ну что, попробуем эту команду. Джек, конечно, мне не очень устраивает. Чуф, это кто у нас такой? Но это же не каратель. Хотя Пунишер вроде он, не он. Нифига у него там пистолетов. Плюс он что, как Веном? Что-то странный какой-то персонаж. О, Человечек-паучок, блин. Сейчас фиг по нему попадешь. Со своим этим уклонением. Зашибись, он там навешал на меня. И это еще Электро. Сейчас будет из-под тяжка нас за спину там. Давай так сделаем. Ать, кровотечение повесили. Еее, паучок улетел в трубу. Так, медика, наверное, надо вольнуть. Хотя этот, наверное, сейчас возьмет провокацию на себя. Возьмет же? Ну-ка. Да. Регенерацию, провокацию, короче, понавешал там на себя. В три короба. Ну, он уровень слабше меня, поэтому я думаю, что мы его сейчас разнесем. У него пришел отхил. Давай так сделаем. Отлично. Просто отсейку сделали. Ништяк. Так, нам нужно было два поединка. Мы с тобой сделали эти два поединка. Сейчас заберем награду. Окей. Так, в магазине. Что у нас там в магазине? Сфера налетчика. Давай глянем. Это еще кто такой?
в первый раз вижу. 4 штуки, давай откроем. Понял. А что еще за сферу мы можем здесь вскрыть? А, это сфера золотая. 175 тысяч. Так, забрали здесь награды тоже. Выиграть 2 боя. Так, участвовать в 3 миссиях злодеев. Ну, здесь я обычно делаю на автопобеде, на автобое, ребят. Выбираем. Сейчас, кто мне тут нужен-то? Ну, давай, например, за нее, да? Там сколько надо было? 5? И ни одной карточки на нее не дали, прикинь? Так, и 2 боя на арене. Вот, команда злодеев. А это кто? Это кто такая-то? Мэджик. Мэджик использует темное колдовство, чтобы заряжать союзников и силу телепортации мутанта, чтобы заставать врагов врасплох. Она демоническое темное дитя и может наносить огромный урон. Что-то я про Мэджика вообще ничего не слышал. А это кто? Паучиха-ткачиха? Куда вы их берете, этих персонажей? Я не понимаю, ребят. Так, выбрать защиту, награда, магазин. Мой ранг 1814, моя сила 226 тысяч. Ну, давай попробуем сразиться вот здесь. Поехали. Я знаю, ты сейчас скажешь опять. Ты взял разносол без синергии, без всего, да, ребят, без синергии. Я взял самых сильных бойцов, которые у меня в данный момент есть. Я хотел прокачать полностью этих. Как их звать-то? Вот Минерва, она у нас от кого? Вот Минерва этот вот. Я уже забыл, как, с какой они там расы-то. Но там очень много ресурсов нужно, друзья. Там дофигище. Ну что ты, ну? Стоишь как шаболды. Так, паучара свое получил. Этого надо... Давай провокацию возьмем. С контр... Ага-га-га. Кровотечение тогда. Вот так вот. Промазал, да? А сдачу? Правильно. Ну-ка. Блин, какой ты, а? Гадёныш прям. Вот мне нравится вот это вот у него. Кроссбоунс, вот когда он подходит, просто вырубает. Ах ты, жук ты несчастный. Ну, он себе, ребят, мало здоровья ставил, потому на контратаке мы его уничтожаем. Кровотечение висит? Висит. У него еще вот эта отложенная смерть, блин, защита от смерти. Бесит, конечно. Он что, 2 штуки на себя, что ли, повесил, я так понимаю, да? Вот прикинь, тут ты отдуплился. Стреляешь по нему, бомбишь, ему пофиг. Так, у меня ранг...
Слушай, а ранг у нас что, понижается, получается? Я думал, что он должен повышаться. То есть, чем меньше ранг, тем сильнее, что ли, получается? Ну да. Ну давай вот с этими. Паучиха, ткачиха. Я смотрю, просто тут очень много персонажей именно по Человеку-пауку. Одного только, одной разновидности Человека-паука тут, наверное, штук 5-6. Плюс еще вот эти вот всякие паучихи откуда-то. Дракон это тут. Ё-моё, вот это я взял команду. Сорви голова. Сейчас этот возьмет на себя провокацию. Фига, он всех захилял, что ли? Блин, та еще взяла на себя провокацию, а? И этот еще. Сейчас пробивным. Что, промазал? Нет, он не промазал, блядь, он попал, но... Что? Да дай почитать-то, что ты там... Что это такое? Ослабление атаки. А почему ты ее пробить-то не можешь? Я никак не врублюсь. Ну-ка, отсейку, может быть, сделаем. Ну тут сорви голова, у него мало хп и у этой. Но этот провокацию же опять же может затеять взять. Уже взял, да? Уже взял. Мне не пробить. Мне этого гаденыша не пробить. И слишком дофига у него лечения. Пипец, ты заколебал ты, а? Срочная помощь. Ну видел у него сколько помощи, блин. Так, Росомаха, ты там держись. Танка вальнули. Что она сделала? Обратно в меня? Отразила, мне показалось. Да добейте вы эту... Есть. Так, ну что, теперь дракона будем шваркать, наверное. Не, не, лучше вот эту вот, Джессику Джонс. Лучше Джессику Джонс мы сейчас завалим. По яйцам. Ну, красавчик. Сейчас сорви голову уничтожим. Есть. Ну что, дракон? Дон, дракон. Пора помирать. Три кровотечения на нем висит. Он не выкрутится. Забираю свои слова обратно. Ух, Росомаха все-таки подбил его. Красавчик. Да, серьезный поединок был, серьезный. Ну, хила у него. У меня в этой команде всего один хил. Это Минерва. Но она отхиливает и ресает. Так.
Ну что, это задание я тоже выполнил, да? Так, участвовать в трех миссиях компании ИСА. А вот это, по-моему, второго уровня я не смогу пройти. От кого, как не от меня, эти злодеи могли узнать об ИЗА-8, но рассказать им о нем я могла только будущей оскверненной. У Ультимуса, вероятно, есть свой, не такой уж великий ученый, который работает на ИЗА-8 и передает его в дурные руки. Ты последние 20 минут только об этом говоришь, но ты так и не сказала, какое отношение все это имеет ко мне. Камни, Норна, камни бесконечности. Если кто-то в этой летающей крепости может помочь мне найти особые камни, так это ты. Это правда. Дай мне немного этого ИЗА-8, и я использую свою магию, чтобы найти другие его залежи на просторах галактики. Отлично. Как только мы найдем этого другого великого ученого, уничтожим его большой адронный калейдоскоп, я стану лучшей в своем роде. Если не ошибаюсь, это мне надо будет сейчас с этим профессором драться. Я не смогу победить. Я уже пытался. Этой командой. И это бесполезно. Это бесполезно здесь не драться, потому что очень много призова, по-моему, будет, если я не ошибаюсь. Очень много. И она хиляет, там дофига чего она делает. Вуаля! Одна межпространственная лаборатория АИМ, до краев набита ИЗА-8. Чужаки, я люблю чужаков. Из них получаются отличные подопытные крысы. Ох, это ты. Ты. Я. Ты. Сколько их? 7 всего лишь? Ну это обманчиво, ребят, все. Поехали. Угу, явилась. Начнется сейчас, блин. Готово. Ослабление, блин, вот это. Вот это, конечно, офигеть. Нужно этого гаденыша валить. Лоб. Ёсть, с удара. Тут что-то не то, ребят. Они облегчили, что ли, задание? Как ты смеешь красть мое изобретение и использовать его во имя настоящего зла? А для чего бы ты его использовала? Для науки чистой, непредвзятой, ни злой, ни доброй. Я отращу своим приспешникам дополнительные руки и превращу людей в модоков. И мне плевать на то, что общество меня осудит. Боже, ты так прекрасна, когда... Боже, мы так прекрасны, когда злимся. Жаль, что тебе придется умереть. Эй, ну ты чего? Я же речь толкаю. Толкать будете речь в другом месте. На 3 звезды даже прошел. Ух. Слушай, ну тогда давай попробуем дальше пройти, раз у нас идет все отлично. И раньше я, по-моему, не мог этого пройти. Слушай, я не позволю тебе уничтожить мой большой андронный калейдоскоп. Ты хоть представляешь, сколько времени я на него убила? Что ж, мы не допустим того, чтобы ты усилила войска Ультимуса с помощью ИЗА-8. Ситуация прямо как в школе, когда у меня был хвост, а потом все крутые девчонки тоже отрастили хвосты и начали обвинять меня в том, что я повторяю за ними. Боже, и что ты сделала? Превратила их в пони. Превратила их в пони? Предлагая такой выход из этого тупика, мои приспешники отправляют вас, вы умираете, а я оставляю себе свои игрушки. Ого, теперь ты хочешь заставить меня ненавидеть яд? Я люблю яд. Сколько их? 8 здесь. Ну, поехали. Чё-то они тут ватные, вообще ватные, ребят. Грута просто с удара вынесли. Енот сопротивляется.
Мои приспешники. И я же их использовала. Их было слишком мало, чтобы остановить нас. Хорошее замечание. Открыть клетки. Прости, она что, сказала клетки? Да, она сказала клетки какие-то. Дедшот, что ли, это? Я не пойму. Так, а тут уже повышаются ставки, да? Ну что, попробуем. Открыты клетки. Есть особенность фракции Мстители, защитники получат вселенной не люди. Опять нос зачесался, сейчас чихну. Великая Локи, другие агенты удара. Познакомьтесь с моими взрослыми сыновьями. Блин, это кислотники эти. Они прикроют мое отступление и переломают вам все кости. Увидимся на следующем фестивале безумной науки. Или нет? Ну, знаете. Потому что они вас убьют. Так, а тут Минерва еще. Ее-то надо в первую очередь бомбить, в принципе. Ну вот и все. Нет Минервы, нет проблем. Да не ватники. Что сейчас было такое? Вижн, ты-то что здесь делаешь? Отсеиваем. Что ж, мы победили этих отвратительных тварей. Видишь свою коллегу? Она сбежала. Будь она проклята. За что? За то, что она умеет покидать комнату со стилем. Ну, нам хотя бы удалось заполучить ее большой андронный калейдоскоп. Только посмотрите на него. Ты права, как и бы оскверненным АИМ она не управляла, а теперь им будет значительно сложнее создать ИСа-8 для Ультимуса. Погоди, ты права. Должно быть, она и вправду управляет собственной версией АИМ с припасами, прибылью и так далее. Ты же понимаешь, что это означает, да? Нет. Пришло время для агрессивного поглощения, детка. Агрессивного поглощения. Это Аквамен, что ли, у нас тут? Для агрессивного поглощения, детка. Ну да. Так, награду забираем. Так, трать энергию, понятно. Так, это у нас что? Арена получается, да? Арена в реальном времени. Блин, сейчас дадут противника. Я в этих аренах вообще, ребята, нуб-нубом, если честно. Матч на один. Все, сейчас получать буду по полной программе. Это я. Вот здесь вот. 51, 29, Гамбит, Эксмастер, Росомаха. Я там, да, стою? Он знает, что надо Минерву валить. Все, ребята, Минервы нет, хана мне. Вопрос в другом. С какого хрена он стал первым ходить? Вообще не урон. У меня уже все, команды нету. Нормально? Просто в щепки, друзья. Ты посмотри.
просто сколько бой там прошел? Наверное, секунд. Надо еще один бой сыграть. Просто. Секунд, я не знаю. Минуты. Минуты две. И все, меня разнесли. Я в шоке. Я даже ничего не успел сделать. Железный человек. Паучиха. Ну давай посмотрим. Зато посмотрим на паучиху-ткачиху. О, Хельга. Да подожди, что, кто там что делает-то? Я даже... Что это было? Ты видел начало игры? У меня, я даже ничего не успел сделать. Все, у меня там уже трупы одни лежат. Что это такое вообще было? В три сек. Просто все. Да, далеко надо к мыре и пойдем. Не, на, ну, видишь, я с арены, ребята. Я вообще не понимаю, как. Как на этой арене выступать, если честно. Вот серьезно. Там надо синергию или что. Я фиг знает как. Может, что-то надо прокачивать специально для арены. Не знаю. Отгреб я, конечно, вообще по-жесткому. В три сек. И все. И ты готов. Даже вообще ничего не успел. Даже сопротивляться не успел. А что у нас на персонажах? Кто-то хочет... На возвышение получить, что ли? Это кто же у нас тут? Я лично не вижу. Эти, видишь, у нас максималки. Дэдпул по максималке тоже. Минерва, вот еще надо ее прокачивать. Этого не Дэдпула, я не хочу его прокачивать. Сорви голову. Патриот. Легион, легион. Легион. А в каком я состою клане-то? М? Как посмотреть, я уже забыл. Так вот, что ли? Рейды Альянса. Алая ведьма. Чего она? Агент США. Я не помню, ребят, как посмотреть, в каком ты в этом находишься. В Легионе. Тут ты в Легионе. В каком ты клане? Герои, компания, Альянс. В Альянсе? Члены Альянса. А, Хаус Икс Хаус. Шаус Икс Хаус. Вот так вот, да? Угу.
Бездействие в течение 3 дней тебе выгонят. Коротко и ясно. Ну что, дорогие друзья, на сегодня, пожалуй, я буду закругляться. Давно здесь не был, как бы вот зашел, немножко освежился, звездюлей наполучал. И можно еще на лет 10 забыть. На арене, конечно, меня вообще, ребят, шокировало вот это вот. А то, что там со мной сделали, просто разорвали в лохмотья. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.